Мы с вами продолжаем серию проповедей на тему ученичества или что такое быть учеником Иисуса Христа. И в прошлое воскресенье мы с вами говорили о 8 качествах, которые должны присутствовать, или 8 характеристиках, которые должны присутствовать в каждом ученике Иисуса Христа. Мы прошли их только 3. Мы сейчас их быстро повторим. Вначале хочу еще раз напомнить, кто такой ученик Иисуса Христа. Это верующий человек, это по-другому христианин, это последователь Иисуса Христа, который старается подражать, выполнять заповеди и идти по следам нашего Господа Иисуса Христа. В Новом Завете более 200 раз упоминается именно слово «ученик», где подчеркивается именно важность именно вот этого другого уровня посвящения. Вы знаете, каждому мужу и жене они хотят быть уверены, что их супруг, они честны, они посвящены. Друзьям тоже приятно знать, что это посвященный человек, верный человек. Именно об этом мы с вами и говорим, когда мы говорим об ученичестве. И первое, мы с вами читали вместе Марка, 8 глава, 34 стих. Христос, подозвав народ с учениками, сказал: «Кто хочет, здесь идет право выбора, идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». В этом стихе уже выражены 3 пункта, что значит быть учеником Иисуса Христа. Первое – это «отвергни себя». «Отвергни себя» означает «отдай свою волю» или «отвергни свою волю», свои желания, свои планы, свои мечты взамен на принятие воли Божьей в твою жизнь. Это в противовес самоцентричности, эгоичности и так далее. Также саможалости. Второе, мы с вами говорили, возьми крест свой. Это тоже качество, характеристика ученика Иисуса Христа. Взять свой крест – это не означает какие-то земные наши трудности, боли, проблемы, людей, которых мы терпим. Но здесь смысл намного больше, потому что все, что мы терпим, и все, что связано с саможалостью к себе, ничего общего не имеет с Христом Иисуса Христа. Это означает взять крест, во-первых, умереть для себя – в первую очередь, для своего «я», для своего эгоизма, распять свою гордость. И если надо, даже умереть и физически. Это серьезный уровень посвящения. Сюда также включается позор ради Христа, ради имени Иисуса Христа. И все мы, как христиане, имеем один крест, который по-другому можно перефразировать, это полное послушание Богу и полное посвящение Иисусу Христу. И третий шаг – это «следуй за мной». В вопросе «отвергни себя, возьми крест свой» можно сравнить человека или христианина со свечой, которая горит и постепенно тает. Сама умирает, свеча сама перегорает, сгорает, но ради других, отдавая свет, тепло. И важно, что это добровольное решение и выбор человека. Это посвящение и верность Богу не из-за выгоды. А следуй за мной. Интересно, что Христос сначала сказал «отвергни себя», потом возьми крест, а потом следуй. Нельзя следовать за Иисусом Христом, перескочив первых 2 шага. Многие говорят: я последователь Иисуса Христа, я верю в Иисуса Христа. Но смотрите, какой порядок. Сначала отвергни себя, потом возьми крест, потом следуй за мной. И это тоже
Мы говорили в прошлый раз, что это включает в себя процесс. Процесс — это не один день, не однажды решение. Принять Иисуса Христа своим Спасителем, Господом — это решение однажды. Но следовать — это процесс через всю жизнь. Вот наш короткий обзор прошлой первой части. А сейчас мы подходим с вами ко второй части, продолжение этой же темы. Пункт номер 4. Что значит или какое качество должно быть в ученике Иисуса Христа? Это «люби Иисуса более всех и более всего». Читаем с вами Луки 14 глава с 25 стиха. «С ним шло множество народа. И Он, Иисус, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Здесь идет речь о цене. Сначала подумай, обдумай, сколько это будет тебе стоить, это решение. «Имеет ли он все, что нужно для совершения? Итак, всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Вы, слушая вот это такое строгое послание из Библии, может быть, у кого-то возникла мысль, нужно было бы хотя бы выключить прямой эфир на чтение такого стиха и таких слов Иисуса Христа. Кто хочет быть Моим учеником, не может быть, если не возненавидит отца, матери, жены, детей. Заметьте, первое, еще раз обращаю с вами внимание, что Библия очень ясно описывает, что за Христом следовали большие толпы. Что это толпы? Это 50 человек или 200 человек? В Библии мы встречаем не раз, где описывается конкретно цифры тысячи. И представьте, что в такой массе, вот в таком обществе, если бы это было сегодня, мы бы, наверное... Современная, наверное, церковь делает все возможное, чтобы людей приходило больше в церковь и больше, открывались новые филиалы, кемпусы, чтобы было не два потока, а пять потоков. С одной стороны, это хорошо, рост церкви, но смотрите, как планку поднимает Иисус Христос, как радикально Он обращается к толпе, к всем любопытным, ко всем, кто пришел, зашел, кто как-то интересуется, кто не против Христа. Он настолько повышает стандарт ученика Иисуса Христа, что я думаю, даже тем, кто давно верующий, кто вроде бы уже глубоко верующий или с детства верующий, даже нас сегодня эта фраза, она немножко так будоражит. Ну как это? Отвергни себя. Ну как это? Распни себя. Ну как это? Возненавидеть отца и мать, семью. Что за заявление? Что за радикализм? Что за фанатизм? Как это понимать? Христос, пожалуйста, только не это. Христос, если хочешь говорить что-то, если хочешь, чтобы за тобой шли толпы, давай договоримся, давай просто по-нормальному. Пожалуйста, не говори нам о аде, не говори нам о грехе, не обижай, обещай нам благословение, обещай безоблачную жизнь, будешь богатый, не будешь болеть, все будет здорово, обещай, и толпа увеличится, удвоится, все будет хорошо, прекрасно. Зачем ты так людей пугаешь? Зачем так радикально призываешь сделать выбор и стать твоим учеником? Вы знаете, что и сегодня для нас, и для меня долгое время была непонятна эта фраза: чтобы стать учеником, нужно возненавидеть свою семью. Правда, звучит очень странно, некрасиво, плохо, и хочется просто пропустить это место из Библии, просто пойти дальше, как будто бы мы его не слышали. Но давайте попробуем разобраться, что здесь имеется в виду. Мне нравится то, что Библия, она сама толкует себя. Библия сама
объясняет Слово Божье. И хочу вам привести один пример из Старого Завета. Это книга «Бытие», 29 стих, с 30 по 31. Там рассказывается история Иакова, у которого было две жены. В то время это было позволительно. И написано: «Яков вошел к Рахиле и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь снова идет речь о любви. И здесь подчеркивается мысль, деталь, что Иаков одну любил больше, другую любил меньше. Но то, что он любил больше, любил меньше, нам вроде проблем не составляет. Что режет слух, это когда Христос говорит: ты должен возненавидеть. Вот это не вмещается. Почему должна быть ненависть? И здесь нам помогает разобраться немножко английский язык. Если вы хотя бы немножко понимаете английский, то читайте то, что написано на экране. Это именно King James Version, где написано, что Иаков loved Rachel. И потом написано, что Лия, she was hated. Это в переводе: она была ненавидима. И здесь вот это именно слово или сравнение помогает нам разобраться, что Иисус говорил именно о ненависти, что имеется в виду. И здесь, если вы видите, в этом же стихе, перед этим стих говорит о том, что он любил одну больше, чем другую. В этом же Слове Божьем написано, что он ее любил. Не ненавидел, а любил. Просто любил больше. Идет сравнение. А подчеркивая или усиливая это сравнение, используется слово hate, что означает ненависть. И у нас возникает вопрос, или отсюда мы можем сделать вывод, что когда Христос говорит возненавидеть семью, жену, детей и отца, не имеется в виду в прямом смысле возненавидеть, но имеется в виду любить более, чем самого Христа. А вот это именно точно имеется в виду, что ученики Иисуса Христа не имеют права любить свою семью, любого из родственников больше, чем Иисуса Христа. Но когда идет речь о ненависти, то снова еще возникает один вопрос или проблема в том, что как будто бы есть противоречие. В этом месте Писания Христос призывает возненавидеть отца, мать, детей и так далее. В других местах в Библии мы читаем: «Люби жену, как Христос возлюбил церковь». И получается парадокс. Где же правда? Здесь написано «возненавидеть», а там написано «люби, как Христос церковь». Вся Библия пропитана любовью. Люби ближнего, люби людей, любите друг друга. И здесь снова мы можем сделать точный вывод, что здесь не идет речь о ненависти к семье в смысле, что нужно их ненавидеть до тех пор, чтобы им сделать зло или их обижать, им причинять боль. Совершенно не это имеется в виду. Но в этом обороте речи есть очень усиленное, подчеркнутое сравнение любви и предпочтения. Но не значит, что вы должны быть врагом или причинять боль, мстить в словах и в делах против вашей семьи. Здесь просто идет речь о приоритетах. И здесь это тоже не так легко принять. И снова здесь поднимается планка звания настоящего ученика Иисуса Христа. Если ты ученик Иисуса Христа, то я должен любить Иисуса Христа больше, чем жену, детей, семью, отца и так далее. И здесь мы с вами говорим об отношениях. Заметьте, что можно вроде бы быть верующим, христианином,
Но все вот это, вся эта вера, все христианство будет заключаться и выражаться просто на обрядах и правилах, церковных постановлениях, привычках и так далее. И это тоже иногда имеет свое место. Но Христос говорит о более глубже вещах, и Он говорит о любви, которая вот эти все обряды поднимает, опять же, выше, на уровень отношений, взаимоотношений твоих с Богом. И сегодня мы можем легко, я думаю, себе сказать правду, насколько мы, я, ты, любишь Иисуса Христа. Если выражение этой любви, когда, вы знаете, люди влюбляются, кто помнит, вспоминает свою молодость, то вы знаете, что несмотря на всю вашу занятость, full-time college и full-time job, все равно вы можете просидеть час на телефоне легко, когда вы влюблены, правда? Сегодня это уже, мы так говорим, уже другая фаза в нашей жизни, но это нам помогает понять, о какой любви говорил Иисус Христос. И вы знаете, что любить Бога можно из-за того, что страшно. Любить, вроде бы, служить или ходить в церковь можно из-за того, что я не хочу в ад. Но это все мотив из-за страха. Но какой другой совершенно уровень, когда мы относимся к Богу и любим Его не из-за страха, не из-за того, что я должен, а из-за того, что я сам хочу. Я выбираю иметь такое отношение с моим Господом и Богом. Хочется немножко успокоить друг друга и сказать: жены, не переживайте, если ваш муж любит Господа больше, чем тебя. Поверь мне, ты будешь счастливей. Если он будет любить Иисуса больше, чем тебя, легко можно объяснить. Если человек не любит Иисуса, то в нем эгоизм растет. Selfishness. Саможалость растет. А если растет, то значит к тебе любовь уменьшается. Но если он любит Иисуса, по-настоящему имеет с ним отношения, посвященный христианин, он любит Иисуса больше, чем тебя, дорогая жена, поверь мне, ты будешь счастливей. Если он любит Иисуса больше. И если он любит Иисуса больше, то поверь, он тебя будет любить по-любому обязательно, потому что Бог, он есть любовь, он есть источник любви. Если он подключен к этому источнику любви, он будет выражать, от него будет излучаться настоящая любовь. Не выгодная любовь, не эмоциональная любовь, но настоящая любовь, которая в Библии называется агапе. Самая высшая мера любви. Точно так же можно сказать и к мужьям. Не расстраивайтесь, если ваша жена будет любить Иисуса больше, чем тебя, дорогой муж. Вы обои только выиграете. Обои будете более счастливы. Осталось только разобраться и сказать себе правду, как оно на самом деле, кого я люблю больше, супруга, семью или Иисуса Христа. И снова, как трудно, как честно, если быть честными, признаться, трудно это вместить в наш человеческий разум, что Иисус дает такое сравнение, повышает такую высокую планку для того, чтобы называться и быть Его учеником Иисуса Христа. Вы знаете, я не знаю человека, читая книги, знакомясь с теми, кто прошел гонения, кто пошел страдать за Христа, кто сидел в тюрьме за веру и за любовь свою к Богу, и потом в итоге они развелись. Но я знаю многих, которые за Христа не страдали
и в любви ему не признавались, но клялись, божились, что они так друг друга любят, сегодня они уже разведены. Видите, как в приоритетах имеет значение все делать правильно на основании Слова Божия. Вот почему здесь снова подчеркивается вот это. Сначала, как бы не было больно это принять, люби Иисуса Господа больше, чем кого-либо, чем что-либо, если ты настоящий ученик Иисуса Христа. Заметьте, что Иисус вот говорит часто, кто хочет быть моим учеником или настоящим учеником, значит, есть вариант быть просто ненастоящим учеником или вообще не учеником, просто быть в массе, в толпе людей, которые ходили вокруг Иисуса. А сколько раз Иисус обращался и всех повергал в шок. Кто хочет? И все так, зачем так? И сегодня это слово звучит и для нас. Заметьте, что вот этот список, который перечисляется так подробно, детально, не просто называется «Кто хочет быть учеником, должен возненавидеть родственников». Но там смотрите, как перечисляется все, смотрите детально. «Возненавидеть отца, мать, жену, детей». Такой подробный, длинный список. И вы знаете, я думаю, что это не случайно. Не случайно так все детально. Нам нужно всем нам сегодня признать из этого длинного списка, кого я люблю больше. Практический пример. Например, женщина и мама часто любят детей намного больше, чем Иисуса Христа. Ради детей она не ходит в церковь. Ради детей у нее нет из-за детей, так можно сказать. Точнее, из-за детей она нету времени читать Библию или иметь devotion, рано вставать, в школу провожать, допоздна крутиться, вертеться, летать, а потом надо идти в служение, а у них нэп. И все из-за детей. И здесь вот я верю, не случайно вот этот списочек перечисляется. Все. И потом вопрос. Любишь ли ты меня больше, чем их? И поверь, если ты будешь любить, дорогая мама, Иисуса больше, приобретешь детей. Если будешь любить детей больше, чем Иисуса Христа, можешь потерять и первое, и второе. Теперь поговорим о мужьях. Тоже можно что-то найти. Правда? У мужчин это может быть работа, может быть телевизор, может быть интернет, может быть еще что-то, что ты любишь больше, чем Иисуса Христа. А здесь выбор. Люби. Это четвертое качество, которое на экране из восьми. Люби Иисуса больше всего и больше, чем кого-либо и чего-либо. И тогда ты будешь настоящим учеником Иисуса Христа. Если ты чувствуешь, что ты поглощен, если ты знаешь, ты поглощен, просто you're consumed by something, больше, чем Иисус Христос, и отношения, взаимоотношения с Ним, то знай, что вот этот завет твой с Богом, он будет страдать. И об этом написано открыто в Библии. Исход 34 глава написано, «Ибо ты должен не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что Его имя – Ревнитель, Он – Бог Ревнитель». Давайте осознаем это, что Бог, который хочет с человеком иметь отношения, и Он говорит о любви с человеком, не просто о правилах каких-то или о религии, Он говорит об отношениях, и когда человек не уделяет вот этого отношения, если он сделал выбор, решение, Бог, Он ревнитель, Он ревнует, чтобы мы имели отношения с Ним.
И вы можете сказать, но сначала же семья идет, а потом служение, знак вопроса. Правда? Сначала семья, а потом служение. Но здесь важно не запутаться. Здесь Христос призывает и говорит, сначала Бог. Ты и твои отношения, твои личные отношения со мной. Ты любишь меня больше, чем даже свою семью, а потом семья. Правильно, да, сначала семья, а потом служение. То есть первое Бог, а потом семья, а потом служение, но Бог первое. Вот это важно. Твои отношения, любишь ли ты его больше? Вот это то, к чему призывает нас Иисус Христос. И если ты будешь любить Бога, то у тебя хватит любви и на семью, и на жену, и на детей, и на всех остальных. Потому что Бог, Он является источником самой любви. Поэтому, если сегодня ты христианин, пожалуйста, не хлопай себя по плечу. Все нормально, я уже спасен, я христианин, я в церкви. Да, это хорошо, слава Богу за это, но есть другой шаг. Помни, что есть еще другой уровень, к которому мы можем с вами дальше идти и стремиться, если мы хотим называться учениками Иисуса Христа. Вот почему в этом же месте Иисус Христос говорит, но если начинаешь строить башню, то сначала попробуй посчитать, готов ли ты. Готов ли ты идти на вот этот уровень, на вот этот контракт ученичества и посвященности Иисусу Христу? Вот почему Иисус Христос нас предупреждает сегодня и дает этот же выбор нам. Марка 12, 30, 30 стих написано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и больше сих заповедей нет. Заметьте, снова идет речь о любви, и перечисляются уровни, все грани. Возлюби Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. То есть здесь... Просто сухая религиозность никогда не будет любить Бога на таком уровне. Привычка, даже хорошая, она не позволит тебе подняться на вот этот уровень. Всем сердцем, всей душою, всем разумением и всею крепостью твоею. Вот к чему нас призывает сегодня Господь. И интересно, что все суммируется, все заповеди, вся вот Библия, одним словом, любовь к Богу и любовь к ближнему. Написано, самое главное, нет большей заповеди. Итак, четвертое качество ученика Иисуса Христа, это люби Бога больше всех остальных. Номер пять, это люби ближнего. Иоанна 13 глава, 35 стих. Что значит «люби ближнего»? Потому что все узнают, что вы мои ученики. Снова, видите, идет речь об учениках. Вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Мы вроде бы его ученики. И здесь Библия говорит, что люди узнают, что мы его ученики. Не потому, что мы только ходим в церковь, не потому, что мы имеем какие-то, может быть, другие ценности. Это тоже все на своем месте, но не потому люди узнают, что мы называемся верующими, но потому, как мы имеем любовь между собою, между другими людьми. Поэтому каждый себя обманывает, если он утверждает в том, что он любит Бога, но... живет в непрощении. Это просто самообман. Я называю это другим словом. Это духовное самоубийство. Человек, который живет и не прощает. Это духовное самоубийство. Это выпил яд и ждет, пока он умрет. Потому что Библия говорит, если не прощаешь людей, Бог тебя не простит. А потом уже какой смысл молиться? Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, помоги. Бог не прощает, если ты не прощаешь.
Поэтому это фундамент христианства. Написано, что мы призваны. Галатам 5 глава, 14 стих. Ибо весь закон в одном заключается. Заметьте, в одном. В одном заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Люби ближнего твоего, как самого себя. Люби другого человека. Не можешь любить Бога, не мечтай об отношении с Богом, если не любишь людей. Потому что если ты не любишь людей, надо признать, что значит не любишь Бога. Если ты любишь Бога, то отношения твои с Богом сделают обязательно так, что ты будешь любить людей. Трансформация происходит внутри человека, в духе, в сердце человека, когда мы соприкасаемся с совершенной любовью Божьей. Мы делаем вещи, которые по-человечески нереально, невозможно. Это правда. Но потому что Бог, Дух Святой, который живет в тебе с момента, когда ты принимаешь Христа своим Спасителем, именно Он дает любовь к людям. Необыкновенную любовь к людям. Но здесь снова у нас возникает проблема. Написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Опа! А мы читали: «Отвергни себя». Правда? Снова вроде мы, подожди, так, отвергни себя или люби себя. Как любишь себя, так люби и ближнего. Интересно, почему здесь именно вот эта ступень подчеркивается или поднимается, что люби ближнего, как себя любишь? А мы прошлое воскресенье проговорили целый час, что себя забудь и отвергни. Оказывается, что когда Библия говорит «отвергни себя», здесь нужно делать разницу. Библия говорит «отвергни свою греховную природу, свои плотские желания». Вот это, что нужно распинать, отвергать, это твою плоть, твою греховную природу. Вот это отвергни. Туда включается эгоизм, саможалость, гордость и все. Все дела плоти. Но когда Библия говорит «возлюби ближнего, как самого себя», то здесь нужно понимать, что мы после рождения свыше, когда мы принимаем Христа своим Спасителем, мы обретаем новую природу, которая дана от Бога. И когда мы получаем вот эту новую природу, то мы становимся другим человеком. И этот человек, он достоин уважения и любви, по мнению в глазах Бога. Вы знаете, почему именно так важно понимать? Потому что когда сегодня Библия призывает «возлюби ближнего, как самого себя», а кто-то может сказать: «Ха-ха, я себя ненавижу, поэтому и других тоже». Правда? Вы знаете, мы работаем в подростковой школе с тинейджерами, и я встречал людей не раз, подростков, которые говорят «I hate myself». Они себе режут вены. Самое распространенное самоубийство – это в возрасте подростковом. И именно подростки там себе причиняют боль. У них игры. Ну, не пойду в эту тему. Это длинная такая страшная тема. Но мы работаем с подростками, вы знаете. Я говорю с опыта. Есть люди, которые себя ненавидят. Я слишком толстая. Я слишком неуспешный. Я нелюбимая. И поэтому, если он себя не любит, как он может исполнять это Слово Божие? Если написано «возлюби ближнего, как самого себя», а если он сам себя не любит? Он свободен от заповеди. Так получается? Как же здесь разобраться? Вот почему снова важно вернуться туда же, о чем я говорил. Что когда Христос говорит «отвергни себя», то имеется в виду свою греховную плотскую природу. Вот это «отвергни и распинай каждый день».
но твою божественную природу, которую дал тебе Бог, вот в этом проблема, что у нас извращенный взгляд на себя. Когда мы принимаем вот эту ложь от дьявола, даже о самом себе. Особенно это относится к тем, кто уже принял Христа, кто поверил в Христа, кто называется дитем Иисуса Христа, рожденным свыше, и он себя видит, что он недостойный, он всю жизнь плохой, он грешный, он недостойный. Но глазами Иисуса Христа, когда мы принимаем Его, то нам важно понимать, что здесь нужно видеть и верить в то, как на нас смотрит Христос после, когда мы приняли Его верою и приняли вот это спасение, прощение, омытие. В глазах Бога мы приняты, прощены, омыты. Мы Его дети, мы любимы. Вот это то, что надо любить обязательно, иначе дьявол тебя точно доведет до самоубийства, до депрессии, если ты в это не веришь. Кто есть ты, как дитя Божье? Кем мы становимся, когда мы принимаем Христа? Вот это достойно внимания и любви. И сегодня нам важно не впасть ни в ту крайность. Если ты дитя Божье, ты любим, ты принят, ты прощен, и в Боге ты можешь становиться лучше и лучше и лучше. Слава Богу за это, дорогие братья и сестры. Мы должны никогда об этом не забывать. Вот почему написано в Библии: «Люби ближнего, как самого себя». Люби людей обязательно. И здесь мы снова делаем вывод, что здесь нету никакого противоречия. И когда мы говорим о любви, то здесь еще можно добавить то, что когда в Библии написано «мужья, любите жен, как Христос церковь», то вы знаете, что в греческом языке есть три уровня любви и три разных слова для слова «любовь». И когда идет речь о «мужья, любите своих жен, как Христос церковь», употребляется именно слово «агапе», что в переводе означает «любовь, которая не ожидает ничего взамен». Если по этому принципу жить, развод невозможен. Это к мужчинам. Не расслабляйтесь. Да, это именно к нам говорится. Любите мужья, жен, как Христос. А Христос как? Ни за что. Незаслуженно. Но человеческая основа, наша натура, природа любит, пока нас любят. Любит, пока нас не обижают. Но когда мы не ожидаем ничего взамен, не ожидаем взамен. Вы знаете, когда мы влюбляемся, когда нам 20 лет, я думал, что я знаю, что такое любовь. Вот так вот делал папа и делал паузу. Мне хотелось сказать: папочка, дорогой, если бы ты видел мое сердце. Ты же просто не видишь мое сердце. Я настолько влюблен. Я так люблю. Прошло лет 20, и теперь я думаю: о, я только начинаю понимать, что такое любовь. И до сих пор учусь любить. А теперь попробуйте объяснить это вашим детям. Что такое настоящая любовь? Вот сегодня мы с вами и улыбаемся. Хорошо иметь такой позитивный подход ко всему. Поэтому, друзья, Библия призывает нас любить ближнего, любить Бога. И я думаю, стоит молиться о тех людях, которых вы не сильно любите. Обязательно пробуйте. Хорошая методика в моем случае сработала и вам поможет. Молитесь за тех людей, кого вы не сильно любите. Итак, пункт номер 4 – люби Господа. Номер 5 – люби ближнего. Пункт номер 6 – если ты хочешь быть моим учеником, написано – прибудь в Слове. Прибудь в Слове. Шестое качество, характеристика ученика Иисуса Христа. Иоанна 8 глава, 31 стиха. Сказал Иисус: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, что здесь еще одна деталь добавляется. Есть ученики истины, а есть не очень. По-английски написано «true disciples», то есть настоящие ученики, а есть просто ученики. Как вы думаете, кого большинство?
А кто ты? Я? Настоящий или так себе? Можно улыбаться. Мы же согласились, будем подходить позитивно к разным вопросам, честным, жизненным. Написано: истинные ученики Иисуса Христа, они пребывают в Слове. Вы знаете, что Иакова, 1 глава, еще написано, кто, 25 стих, кто вникнет в закон совершенный, тот, кто пребудет в нем, снова идет снова вот это пребудет, пребывать, тот по-настоящему называется учеником Иисуса Христа. Кто будет исполнять это слово, а не просто будет слушателем забывчивым. Слово «пребывать» в Новом Завете используется 3 раза. Это призыв к людям, какое должно быть отношение к Библии, какое должно быть отношение к Слову Божьему. Оно должно заполнять наш разум, должно заполнять наши мысли, иначе их обязательно заполнит дьявол. Братья и сестры, я до сих пор учусь этому и призываю вас, вдохновляю вас учиться этому, заполнять свой разум, свои мысли именно Словом Божьим. Заполнять, думать об этом больше и чаще, иначе будет труднее дышаться. Мысли будет труднее переваривать и еще и проглотить. А иногда бываешь, проглатываешь и не можешь проглотить. Вот почему не то глотаешь. Нужно переваривать пищу Словом Божьим. Вот к чему нас призывает Библия. Как можно пребывать в Слове Божьем? Легко понять это современным людям, которые имеют смартфон. Все мы целый день пребываем в телефоне. Что это значит на практике? Любая секунда на светофоре, раз, подсмотрел на телефон. Сидим на аппоинтменте в очереди, раз, подсмотрел на телефон. Разговариваем с кем-то, динь-динь, пришло вайбрейшн, раз, подсмотрел на телефон. Идем куда-то. Телефон забыл. Это все равно, что сердце оставил дома. Разворачиваемся. Кто разворачивался? Я разворачивался. Спасибо, честный народ есть, слава Иисусу, в церкви живой поток. Разворачиваемся, где бы мы ни были. Вы что? Вы что? Это все равно, что голову оставить дома. Телефон. Мы разворачиваемся, это вот, где вот эта истина, сердце наше. И мы в нем пребываем. Пребываем на практике везде. И помните, я мечтаю, я не программист, но мечтаю. Я вам рассказывал о своей мечте, да? Чтобы вышли такие телефоны для христиан, для настоящих учеников, только для учеников, которые ты не можешь выйти, проверить месседж, там, проверить Facebook, Viber, ответить что угодно, проверить Instagram, если ты вначале не прочитаешь хотя бы один стих из Библии. Прочитал, и потом аппликации все остальные открываются, ты можешь звонить, что хочешь делать. Представьте, сколько раз на день ты бы читал стих из Библии. Вот это что значит пребывать в Слове Божьем. А еще, друзья, вы знаете, когда у нас во Флориде, я думаю, всем флоридским жителям известно, что такое ураган, да? Но жители Флориды, здесь смелые люди собрались, мы не боимся, мы живем на океане. И вот когда приходит ураган, интересно то, что начинают люди практически реально пребывать в новостях. Вот просто как будто бы в день, когда приходят новости, что идет какой-то новый шторм, у них работы становится меньше, дети кушать не хотят, меньше плачут, дел становится меньше, все по работе меньше. Ну, все просто время высвобождается, и люди находят время любой ценой быть в новостях и следить друг друга, информировать, там, смотреть эти новости, подглядывать на телефоне, проверять. А если этот вопрос поставить по-другому, если ты настоящий, написано, ученик Иисуса Христа, пребывай в Слове Божьем также, так я же занят. Ну так, а если придет hurricane, ты освободишься, чтобы новости проверять? Все вопрос в интересах. И здесь снова идет речь об отношениях с Богом, о любви. Читай Библию не потому, что ты должен, не потому, что страшно, не потому, что в ад не хочу, а потому, что ты любишь. Ты это делаешь из-за любви. Я хочу, это мой выбор, это совершенно другие отношения. Вот о чем говорит Иисус Христос. Истинные мои ученики, они будут пребывать в Слове Божьем. На практике это значит, едешь в машине, слушай.
слушай проповеди, в машине, дома моешь посуду, слушай проповеди, включай YouTube, включай подкаст, слушай аудиобиблию, даже если руки заняты, даже если ребенка ложишь спать, слушай, питай себя, заполняй свой разум, пребывай в Слове Божьем. Наша сестра Неля Ченкова, она как-то делилась свидетельством, что дьявол делал все возможное, чтобы только отвлечь ее от Библии. Все возможное. Она могла делать что угодно, даже связанное с церковью, но только не читать Библию. И потом мы с вами все свидетели, кем она стала. Героем веры. Кажется, человеком необыкновенным. Своей добротой, любовью. Почему? Потому что пришло время, помните, она говорила, я отказалась от всех social media. Даже Viber убрала. Такие радикальные меры. Зачем? Человек понял проблему, признал проблему. Прежде чем решать проблему, сначала важно ее признать. Вот почему мы говорим сегодня, кого ты больше любишь. Вот почему Христос говорит, не можешь быть учеником, если не любишь меня больше. Ты можешь ходить в церковь, исполнять все обряды, но если ты не любишь меня больше, а другие мужья, жены, не ревнуйте, это лучше, это для всех нас лучше. Мы все выиграем, если мы будем любить Бога больше, чем кого-либо в этой жизни. Мы только станем лучше, и любви будет больше. Потому что даже если есть проблемы в семье, и ты идешь на дейт, идешь, устраиваешь романтический вечер, потратил кучу денег, пошел в дорогой ресторан, и даже в ресторане все равно поругались. Почему? Потому что источник любви не ресторан и не романтика. Это надо тоже, тоже надо. Но источник любви, помни, Бог есть источник любви. Мало любви, наверное, мало Бога. Потому что Он есть, кто производит эту любовь. И мы становимся добрее и лучше из-за этих отношений с Ним. Вот почему сегодня нам важно понимать, кого мы больше любим в этом мире. Если сделать сегодня тест на совесть, вы знаете, что мы со студентами в миссионерской школе это практикуем регулярно. Поднимается весь зал, и мы называем там список разных правил, требований к студентам. Если вы его выполнили, садитесь, если нарушили, то оставайтесь стоять. Как-то в церкви тоже практиковали, помните, да? Представьте, что если сегодня, можете расслабиться, я сказал, представьте. Представьте, если бы сегодня весь зал поднялся, и мы делаем тест на совесть, и мы говорим, друзья, кто пребывает в Слове Божьем, сядьте. Ну, здесь так каждый по-разному может интерпретировать, что такое пребывать. Но если так идти копнуть поглубже, кто читает Библию раз в неделю, сядьте. Кто читает Библию раз в месяц, сядьте. Кто читает Библию два раза в неделю, сядьте. И так далее. Как вы думаете, сколько бы людей осталось стоять? Вы знаете, что даже, я заметил, даже верующие, давно верующие, относятся также и ко мне, братья и сестры. Я с вами хочу сражаться за эту истину. Даже давно верующие люди сегодня мало читают Библию. Мало читают Библию. Иногда читают больше другие книги, даже больше слушают разных проповедников. Но именно Слово Божье мало. Нам нужно сегодня понять, что истинные ученики, они пребывают в Слове Божьем. 1 Тимофея. Написано 4 глава. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, о сём заботься, всём пребывай». Снова пребывай. Значит, есть разница между просто там почитал, услышал. Пребывай в Слове Божьем. Люби Библию, заполняй свой разум Библией. И тогда написано, и тогда твой успех будет для всех очевиден. Для всех будет он просто бесспорный. Итак, качество 6. Кто такой ученик Иисуса Христа? Это тот, кто пребывает в Слове Божьем. И 7. Ученик Иисуса Христа, он приносит плод. Это не просто я так думаю, эту характеристику дает нам Библия. Иоанна 15 глава 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Снова идет речь об учениках. Снова говорит сам Иисус Христос, и снова идет
речь о качествах, характеристике ученика Иисуса Христа. И здесь говорится о плоде. Плод – это значит служение. Это значит польза, это значит активность в теле Иисуса Христа. Давайте мы все, каждый, кто является учеником Иисуса Христа, кто называет себя христианином сегодня, дадим себе правдивый ответ. Я буду. Я не просто хочу это говорить, но я буду. Я выбираю быть полезным в теле Иисуса Христа. Я отрекаюсь от вот этого менталитета потребителя, который приходит, просто слушает и принимает. Да, слава Богу, иногда это тоже надо, самих себя питать и восстанавливать. Но если мы сегодня не участвуем ни в каком служении, в церкви или в теле Христова, не обязательно на сцене, не обязательно видимо, это может быть даже вы что-то делаете невидимое, но вы своим участием, временем или руками, не только деньгами. Слава Богу за тех, кто жертвует. Но что легче, пожертвовать или что-то сделать? Или отдал и забыл? Правда, это снова другой уровень. Плод. Плод, который мы делаем. Тогда нам нужно признать, если сегодня ты, как ученик Иисуса Христа, нигде, ни в каком служении, даже маленьком, не участвуешь, первое, мы будем тебя продолжать любить, будем продолжать заботиться, но ты должен знать правду, что ты тогда называешься мертвым органом в теле Иисуса Христа. А этот диагноз никому не приятен, ни мертвым, ни живым. Если ты нигде, значит, ты орган, который мертвый. Но мы тебя все равно будем любить и призывать, реабилитировать, чтобы как-то оживить. Не зря я верю, что Библия сравнивает именно всех членов Церкви Христовой с организмом. Правда, не зря? Не с чем попало, а с организмом. Вот наш организм. Все, каждый орган имеет функцию. Вот точно так же и в теле Христовом. Поэтому я призываю всех нас, друзья, чтобы мы были этим полезным членом в теле Христова, чтобы мы находили служение. Мы планируем в 2019 году раздать список в нашей церкви, предоставить план всех мероприятий на год и попросить всю церковь, живой поток, пожалуйста, найди, где ты будешь участвовать, в каком служении ты будешь служить. Пусть это будет два раза в году всего лишь. Пусть это будет маленькое, постоянное, но обязательно будет, чтобы ты был частью, чтобы ты был живым организмом. И я говорил уже нашим лидерам церкви, готовьтесь, друзья, к вам придут новые люди. А вы скажете, у нас уже команда набрана. Нет, готовьтесь, мы будем набирать снова и снова, потому что мы хотим, чтобы все тело работало, чтобы оно жило, чтобы мы меняли наш менталитет, нашу культуру. Если я ученик Иисуса Христа, я где-то найду, где работать. Когда вам надо работа, помните, физическая работа, чтобы заработать деньги. Пришли в Publix, а вас не приняли на работу. Вы обиделись и сидите дома полгода. Пришли в Walmart, пришли на фирму, на бизнес, и вас не приняли на работу. И вы снова сказали, так я к руководству обращался, их проблемы. Если вам надо работа, то вы спать не будете, вы будете заполнять эту аппликацию за аппликацией, вы будете искать работу до тех пор, пока вы ее не найдете. Точно так же я верю, что и в Церкви Христовой, если человек задастся целью, я буду искать служение в моей церкви, в моем в теле Христа я хочу быть живым. Мне не нравится такой диагноз, что я мертвый орган. Я хочу приносить пользу. И вы, поверьте, найдете, если вы будете искренно этого желать и хотеть. И я, Римлянам написано 12 глава, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите». Служите, serve. Serve. It's an active lifestyle. Это активный образ жизни. Знаете, кому труднее всего? Людям, которые ходят в церковь уже лет 10-20 и нигде. Вот этим труднее всего. Но я с любовью хочу сказать вам, братья и сестры, если вы являетесь частью живой поток, что я желаю вам этого.
Желаю вам этого. И я это говорю не потому, что я верю, что я сказал, и все быстро изменилось. Но я верю в Духа Святого, который присутствует, когда двое или трое собраны во имя Его. И именно этот Дух Святой может что-то изменить в вашем сердце. Именно этот Дух Святой может тебе сказать сегодня прямо, кого ты не любишь, кого тебе нужно простить. Если ты должен ученик Иисуса Христа любить ближнего, а ты не можешь, то прямо сейчас скажи: Господь, вот это имя в моей памяти я не могу, но я выбираю прощать, я выбираю любить. Я до сих пор еще пока не в служении, но я выбираю, Дух Святой, Господь, помоги мне, я хочу быть живым, я хочу быть в теле Христа Иисуса. Я хочу быть этим учеником, настоящим, искренним. У меня не получается пребывать в Слове Божьем. Жена дорогая, напоминай. Телефон дорогой, поставь ремайндер и напоминай. Я хочу пребывать в Слове Божьем. Вы будете использовать все рычаги, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Настоящим учеником Иисуса Христа. Когда Иисус Христос сказал Петру, вопрос: Петр, любишь ли ты меня? Иоанна 21 глава 17 стих. В третий раз спросил: любишь ли ты меня? Сегодня это повторяется тебе, этот вопрос. Петру было 3 раза, а тебе сколько раз? Сколько раз Бог говорил этот вопрос в твое сердце? Любишь ли ты меня больше всех? Петр ответил: ты знаешь, Господи, люблю. Иисус отвечает ему: паси овец моих. Если любишь. В новом переводе написано: заботься об овцах моих. По-английски написано: feed my sheep and care for my sheep. Интересно, что любовь к Богу выражается не так, как мы думаем. Любовь к Богу выражается в служении. Если любишь Господа, можешь говорить, можешь думать. Но если любишь, вот видишь, овцы мои, вот их паси, заботься в них, вкладывай, отдавай, служи, будь живым в теле, тогда ты мой ученик. Тогда я поверю, что ты любишь. Не зря, наверное, переспрашивал 3 раза, любишь ли ты меня? Сегодня хочется, чтобы мы все дали этот ответ самим себе, чтобы мы проанализировали свои отношения с Богом. Любовь выражается в делах. Паси овец моих. Вы знаете, что здесь это относится не только к пасторам. Знаете почему? Потому что, когда мы говорим о церкви, которая сравнивается с овцами, то заметьте, что кто рождает овец? Пастух или овцы? Интересная мысль. Как происходит умножение в стаде? Благодаря тому, что овцы рождают новых овец. Значит, какой вывод? Как может произойти рост и умножение в Церкви Христовой? Благодаря тому, что каждый настоящий ученик Иисуса Христа это поймет и начнет рождать других овец. Это и есть ученичество. Это и есть настоящее ученичество, о котором написано в Матфея 28 глава. Итак, идите и научите все народы. В новом переводе написано: и сделайте их моими учениками. Next slide. Go and make disciples. Make disciples. Матфея 28, 19.
Вот об этом именно мы с вами поговорим на следующий раз в третьей части. Как делать учеников? Как же их производить? Как же взращивать новых учеников? Как же рождать этих овец? Но сегодня перед нами на экране 8 пунктов, если можно вернуться. Качеств, характеристик Иисуса Христа. Хочется сегодня спросить, братья и сестры, перед нашей молитвой, чтобы мы были предельно честны. Являюсь ли я учеником Иисуса Христа? Насколько вот эти 8 пунктов, которые все подтверждаются Писанием, соответствуют моей жизни? Если нет, то мы можем обратиться к нашему Отцу Небесному честно и искренно. Сказать: Господь, я хочу. Я выбираю, помоги мне быть. Пусть сегодня Дух Святой, Он скажет вам намного больше в сердце ваше, когда вы будете идти домой, что такое настоящий ученик Иисуса Христа. И помните, что дойдя до 8 пункта, мы с вами только начали. Потому что 8 пункт «Взращивая новых учеников». Это только мы начали с вами говорить о теме ученичества. Только разобрались, кто такой ученик. А главная миссия, призвание Христа – это делать учеников новых.